Настоящая спасательная операция развернулась на озере Смолино. Зоозащитники и спасатели городской службы спасения вызволяли собаку. Животное оказалось на льдине, и несколько дней пес провел без еды. Как все было, видел наш корреспондент. На берег озера Смолино зоозащитников вызвали сердобольные местные жители. По их словам, собака оказалась на льдине и находилась там несколько дней. Вот, по берегу. Она на берег выходит. Я звал, и она не идет. Люди испугались, что заблокированное на льду животное может либо умереть от голода, либо утонуть. Она постоянно вот так же двигалась. Я ее даже пыталась зафотографировать в этот момент, потому что забеспокоилась, что она не сможет добраться до берега. Прибывшие сотрудники приюта «Я живой» несколько дней пытались спасти пса, но все оказалось безуспешно. На льдине лед уже тронулся от берега. В субботу мы приехали, сделали попытки ее поймать, у нас не получилось. И вот к спецоперации по вызволению пса подключились сотрудники городской службы спасения. Сначала решили подплыть к собаке и подстрелить ее снотворным. И когда дворняга уснет, доставить ее на берег. Первые два выстрела пришлись в бок, но вещество на собаку не подействовало. Пока за ней гонялись, порезали об лед надувную резиновую лодку. Спасателям пришлось вернуться на берег и придумать новый план. Спокойно поплыла, вышла на твердый лед и пошла дальше опять. На этот раз за собакой поплыли на металлической лодке. Испугавшись, пес сам устремился в сторону берега, провалился под лед и стал плыть. В итоге животное благополучно добралось до берега и, оказавшись на суше, убежало. А зоозащитники оставили собаке еду и уехали. Артем Самсонов, Владислав Шишмаренков, 31 канал.